Шымкенте открылся региональный филиал Home Credit Bank. На торжественном открытии собрались партнеры и постоянные клиенты банка. В новом филиале посетители могут получить все флагманские услуги. Открыть дебетные карты с выгодными кэшбэками, получить удобные кредитные продукты, провести бесплатные платежи и переводы, открыть выгодные депозиты со ставками до 17,8%. Несмотря на то, что все наши услуги и продукты можно приобрести и дигитально, для нас очень важно показать персонализированное внимание и персонализированное продуктовое предложение для каждого клиента. Вот в этом суть нашего бизнеса. У нас не стандартные продукты, а мы продукты делаем под каждого клиента, под каждого сегмента. Вот поэтому мы очень рады, что не только в дигитальном формате, а и в формате физического обслуживания мы можем предложить нашим клиентам что-то новое. По словам представителя филиала Национального банка, в Шымкенте большой потенциал развития финансового сектора. И открытие филиала Home Credit Bank этому поспособствует. Сейчас в мире развития цифровых технологий все равно требуется физическое присутствие офиса. Я думаю, что банк Home Credit предоставит хороший спектр банковских услуг, и все клиенты будут в этом довольны. В этом году Home Credit Bank запустил цифровой банк для малого и среднего бизнеса HSB Business, позволяющий предпринимателям проводить все банковские операции онлайн и там же вести бухгалтерию. Но многие бизнесмены предпочитают получать услуги офлайн, потому что ценят индивидуальный подход и качественный уровень обслуживания. Я являюсь клиентом Home Credit Bank уже больше 2 лет. У меня открыта карта, также я брала здесь кредит. Мне очень нравится обслуживание в банке. Их индивидуальный подход, все доступно объясняют и предлагают выгодные услуги. Сегодня открылся новый филиал, он в самом центре города, что очень удобно. Я желаю банку процветания. У Home Credit Bank 18 филиалов и 33 отделения в 18 городах Казахстана. Новая банковская точка даст не только возможность быть ближе к клиентам, но и позволит развивать с ними долгосрочные и доверительные отношения.